передо мной победитель на дистанции 200 метров Александр Ефимов. Как результаты? Как сегодня доволен? Во-первых, результат вам чуть-чуть не такой, но погода вам сегодня такая сложная. Или как? Главная, ну, конечно, победа? Ну да, победа есть победа. Ну, было, так сказать, тяжело, не то, что легко. Просто-напросто было прохладно, и дождик много поливал. Ну, хотелось лучше, конечно, но получилось, что получилось. Будем стараться улучшать результаты. И следующий старт планируется на Знаменске. Тоже 200 метров планируется побежать. Тоже только 200, 100 не будет бежать там, да? 100, ну, с тренером решим, подумаем, что там, как получится. А ночевать в России? Тоже? От России 200 метров, 200 метров. Тоже 200, все-таки 200, твоя любимая дистанция. Не, ну как сказать. Да, конечно, я бы и 100 попробовал побежать еще раз. Все-таки нет еще тот результат, который должен быть быстрее. У меня первая по дистанции не получается бежать. С тренером все это решим, поговорим. И будет, конечно, лучший результат. Надеемся. Большое спасибо тебе, удачи, чтобы все получилось. Так держать. Все, спасибо большое.